Добро пожаловать на Snoring Cat Play. Несмотря ни на что, мы возвращаемся, потому что я купил игру... Это говно вонючее. Потому что я купил игру Исани, и игра должна хоть немного себя оправдать, все должны немножечко вместе со мной, вместе пострадаем, но сегодня задача очень простая, сегодня мы постараемся победить. А еще он обещал мне свою месячную зарплату, если я приду с ним поиграть. Не было ничего подобного, у тебя просто хорошее настроение, ты согласился принять в этом участие. Денчик. Интернет все помнит. Интернет, во-первых, все помнит, но ты нас позвал, блядь, играть, сука, в Ланч Леди в 2023 году. Да, когда да. Мы могли играть в Вархаммер. Только что да, играли вот в Вархаммер. Мы могли херачить орды, сука, блядь, нурглитов за милость во имя императора, блядь. Давайте императора. Во имя императора мы начнем. Но ты меня позвал в такую хуйню, где у них модели персонажей выставили жопу так, как будто сами. Как будто пауки, ой, как будто муравьи, да? Все, погнали. О, что-то было, а. Это будет легендарно. Сука, эта игра даже джойстик не поддерживает, блядь. Чё не поддерживает? Почему она джойстик не поддерживает? Да джойстик не поддерживает, блядь. Зачем тебе джойстик? Ну, я хотел расслабиться, откинуться, а мне придется теперь... Нет, это не та игра, в которой надо... Я уже понял, блядь. О, да, и чё? Ебать, сенса какая ебаная, ща, погодите. А, лучше не станет. Да, блядь, 0-2. О, я аптечку нашел. Ништяк. Я ничего не нашел. О, все, стало лучше. А чё она так заикивается? Потому что дерьмище, блядь. Трэш ебаный. Максимальное, да. Я походу а тоже... А чё тут не... Нет, не нашел. Угол обзора можно настроить тут, нет? Нет, тут ничего нельзя настроить. Можно просто слушать, как страдает твой компьютер и все. И Антох. Да моему компу похуй. Да нет, Тох, я сейчас с тобой страдать буду, ебать. Я нашел какой-то... Ой, ебать, чё, в зеркале нельзя было, блядь, отрисовать? Еще одна аптечка тут есть. Где нужно? Я вот, пока, к сожалению, здесь. Вообще абсолютно ничего не нашел. Я на втором этаже, во второй комнате. Ой. А, мы разделились, как во всех страшных фильмах, да? Да, все, я бегу на второй этаж. Какое говно, бля! Какая хуйня! Тише, дядя Джуниор, бля! Сука! Я сейчас реально плакать буду, на столе, короче, где-то аптечка лежит. О, давай. Я взял. Ой, бля. Ну отличите меня, если чё. Ну, а как по-другому? Бля, Денчик, ты ходишь как это, горбун из Нотр-Дама, блядь. Я знаю, я старался. Я чёрный, я самый первый должен сдохнуть. Не переживайте. Тоха, ты нашел ключи вроде, да, какие-то? О, записка. Осуждаю свои же слова. Да, 100%, это очень... Да, мы относимся максимально толерантно ко всем расам. Вот. Это была... Кроме жирных старых работниц столовых. Авулях, да. Вот авулях мы не любим. Twitch. Или там YouTube. Давай, короче. Новое слово воспринимай. Авуляха. Один хер никто не смотрит. Ну да. Сука. Бля, что я вообще делаю? Я бегаю, я вам свечу. Она снизу идет, пацаны. Она снизу идет. Поднимаемся наверх. Да? Ой, как страшно. Ой, блядь, она где-то там идет. Бля, киньте ей колбасу, она заебала. Она прямо за мной лежит. А я спрятался. Молодец. А я открыл. Схватила кого-то? Нет. Мы от нее убегаем активно. Она потеряла. Она сейчас, походу, за Тохой пойдет. Она пошла за Тохой. Ну, она куда-то в дверь побежала. Я эту дуру, короче, с задней стороны смотрю. Блять, дверь снизу закрыта, бро. Это мы сейчас. Она нас сейчас сожрет, смотри. Ну ладно, давай будем пытаться. Я еще одну аптечку нашел. А вот и открыто. Ах, бля, я вообще потерялся к хуям, пацаны. Главное, что она не за тобой бежит. А, она сверху, она снизу уже. Там снизу аптечка была, пацаны, я ее увожу, вам нужно будет в ту комнату идти. Тура, я тут. Я тебе. Пацаны, идите в ту комнату, идите, ищите там.
тупое говно, тупого говна. Я ее по фойе гоняю, так что ищите там что-нибудь, пожалуйста. Библиотека, ну, охуенно, блядь. Жмешь на дверь, блядь, у тебя место закрыто, библиотека, ну заебись, блядь. Спасибо. Блядь, это чтоб ты знал, что тебе надо искать. А, она ножами в меня кидается. Приколись, да. Такими мясницкими. Но что, вы там что-нибудь нашли? Это не очень весело, да нет, короче. Я, блядь. Так, ну я она... Я вообще не... Опа! Это я, это она я. Она с тобой, да? Нет, нет, сейчас она потеряла меня из виду, но она в той комнате. Еще одна аптечка. Она сломалась, да? Не-не-не, понятно. Она просто потеряла. Пойдем, Саня, там аптечку возьмешь. Там на первом этаже аптечка была. О, я нашел клоаку, из которой она вылезла. Да-да-да, Саня, Саня, сюда пойдем. Угу. А где дробовик? Сука. Во-во-во, аптечка, бери аптечку. Бери аптечку. Взял. Чё за звук, нахуй? Так, вы чё, на первом этаже всё посмотрели? Да вроде да, нихуя нету. Да, а как тогда мы должны записки собирать? Объясните мне, пожалуйста. Мы должны разделиться. Я ключ нашёл. Атриум. Я в библиотеке, бля. Не, ну, блядь, не тот ключ, пацаны. Да, по-любому. Атриум. Погнали дальше, там вот, там дальше, по-моему, атриум. Там дальше библиотека. Ага. Ладно. Блядь. Я записки ищу, я каждую стенку просто просматриваю. Они на столах лежат. О, она где-то воет, пацаны. Я слежу. Вы обыскиваете комнату. Ну аж где-то там пердела, Том. Да-да-да. А, вот она. Идет, уходим, ой, уходим. Блядь. Рассыпнули. Ебать, страшно, блядь. Нет, Саня, в другую сторону надо было бежать, направо. Ну, блядь, ну вот я сюда куда-нибудь затарю сейчас. Оп. Ой, это овца не за мной даже. Да-да-да, заебись. Ебать, я на первом спрятался. Ебать, тупой моб. Смотри, я на тебя фонариком слежу, овца. Она за мной бежит. Понятно. Она заскриптованная по самые яйца, короче, точно. Понятно. Ну все, я логику игры понял. Она вниз пошла. Опыт. Тоха, ты где? Не снизу, она к тебе пошла. Внизу я. Ну она, значит, за тобой пошла. Саня, ты что-нибудь ищешь? Его. Да я прячусь от вот этой вот рухи. Да, она наверх поднимается, сука тупая. А, она за мной бежит. А, ща я её наебу, блядь, что ты думаешь? Они настолько, короче, ленивые были, то что они выносливость даже в этой игре не запилили, блядь. Я вот ее уже обогнал на полкруга. Пиздец. Давайте ищите, я ее тут пока зачизю. Давай. Я ее чизить буду. Так и пройдем, бля. Мне кажется. Бля, я ее забаговал, она встала, короче. Надо, походу, ее вытащить в другую комнату, потому что тут уже все, по-моему. Нашел? Нет, не нашел. Я даже фонарик уже врубил, а такой, я тут, сука. Библиотека. Все, пацаны, я ее зачизил. Я даже могу себе стакашку пива налить. Ой, бля, побежала, додумалась, окей. Я не могу стакашку пива налить. Я на. А я вот, Дэнчик, зацени, я ее наебал, короче. Все, она за мной только бегает, а я. Не-не-не, теперь она за мной бежит. А где? Куда? Куда дальше? Куда дорога? Нет, брат, смотри, за мной бежит. За мной, я за тобой бегу, видишь? Я по. Блять, кто эту игру делал, сука? Долбоебы, криворукие, блять. А куда в итоге? За тобой побежал. Я не знаю, пацаны, я ее отвлекаю, пока давайте. Давай. Я бегу, блять. Мы одну записку, да, в итоге нашли? Пиздец. А он нашел записку. Нихуёво, красава. О, а я за ней слежу. Вот смотрите, вы записку находите, она забивает, короче, походу на персонажа. Я вот наблюдаю за ней. Да ага. Нет, вроде тобой бегает. Нет, она на мгновение, когда вы находите записку, забывает. То есть она отходит в сторону и потом типа ближайшую цель находит и начинает бегать. О, красавчик. Вот. Тоха, где ты? Чё ты? Как ты? Как ты это делаешь? Ты просто волшебник. Я в столовке на втором этаже. Это, короче, Денчик, я надеюсь, ты записываешь? Я записываю, абсолютно. Короче, я врубаю мод АВДЖНа.
Эта игра сосёт. Блять! 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 Так, Тоха, чё у тебя? Не-не, это он АВГН тоже врубил. А, да. Эта игра... Я просто орать не могу. А так, эта игра настолько отстойная, то что я бы лучше съел сбитого на дороге скунса, его гнилую жопу, нежели играл в эту игру, блядь. Согласен. Но мы должны собрать. Я ни одной записки. У меня вот есть ключ, но мы как будто бы все комнаты посмотрели. Вот где... я ее сейчас зачистил, она обидела... Или за Тохой. Но я ее зачизю опять. Но она вон внизу стоит. Походу теперь за мной побежала. Блять. Да, а Тоха, она за тобой. А да. Я в тупике, все. Мы сейчас тебя будем... А ты сейчас, она уйдет, ты сам себя поднимешь. Нормально, у тебя же аптечка есть. Тынц, блять. Он. Сейчас я пошу, потом себя подниму. Так, ну она теперь... Она жирная, хули она сделает. Меня больше бесит, что я не знаю, какую дверь нужно и где открывать. Она за мной, да, бежит? Да. Блять, она реально. Дура. Она реально ножами сюда бросается. Иди. Да я увел ее куда-то на второй этаж. Да я за ней бегу. Да, я вижу. Теперь она блять, за мной. Блять, такая интересная игра, пиздец. Страшно, чувствуешь? Страшно, очень немыслимо просто. Да эта долбоёбка даже не попадает в меня. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. Я так боюсь. Господи. Ой, вот сейчас особенно. Ой, так забоялся. Она опять в перилах застряла. Ой, как мне страшно, бля. Сука, отвратительная игра. Блядь, просто, блядь, ужасная. Блядь, просто мерзкая. Я не знаю, какой урод, какие уроды создали эту игру, но я знаю одно. Вы, сука, новые, блядь, LGM-ы, блядь. Идите нахуй, блядь. Пидорасы, блядь. Какая мета-отсылка. Ну, блядь. Потому что ту хуйню, которую вы делаете, вы, блядь, позорите человечество нахуй таким говнокодом ебучим, блядь. Император не одобряет. Вообще ни разу нахуй экстерминатус. Я заебался ее чизить туда-сюда бегать. Очень заебался. Где? Блядь. А где? Я все комнаты обнюхал. У меня есть ключ, аптечка, все. Я не знаю, куда идти дальше. Ни одна из дверей не ведет дальше. Как будто бы. Попробуй входную. Я попробовал входную. Могу еще раз попробовать. Так, ну я своей племяннице 12-летней дам в это поиграть. Я думаю. Даже ей просто будет ебать. Так, она наверху, да, Саня? Я вижу, что ты поверху. Да я ее тут гоняю, блядь, туда-сюда. Я ее зачизил уже, блядь, полчаса назад. Может, похудеешь? Я уже в натуре, блядь. Я уже заебался бегать, блядь. Сейчас она... Ой, застряла опять. Вот, Денчик, вот просто туда-сюда со мной побегай, ты, блядь, прикольнёшься. Я побегал уже. Это без зашквар, блядь. Нет, Аруна. Там дальше за текстурки провальчик какой-то идет, не получается их открыть. В других комнатах... Вот, Денчик, я тебе Dark Tide подарил, а ты мне, блядь, ланч видишь. Сука. Блядь, охуенно. Ай, она меня настигла. А, она бросила в меня ножом. Я бы тебя поднял, но не хочу. А я пока даже пивать. Ну, пока нет. Она ножом бросает опять. И этот нож остается в воздухе, да, короче, похуй, висеть. Пусть схватит. Ой, блядь, ну я не удивлен, нихуя. Долбоебы, хитбокс. Я начал восстанавливаться, она пошла на меня. Что за дела, нахуй? Ланч, леди, блядь. Ну ладно, побегаю, я заебался на этой локации, честно, бегать, блядь. Она куда-то уходит. Я куда-то отползаю. Давай я тебя вылечу. Да у меня есть аптечка, все в порядке, все в порядке. Аптечка. Аптечку нашел? Куда дальше это, блядь? Сейчас, у меня есть одно предположение. Там в фойе был поворот направо, если с центрального входа заходить. Так, если что, у меня больше нет аптечки. Держу вас в курсе. Вот, сейчас я захожу, здесь вот. Идемте сюда, все. Тоха, вижу. Саня, ты где? Я по школе гуляю. Она на меня обиделась. Сюда. Вот. Случайно я обнаружил вот этот путь.
Тут туалет. Тут тоже туалет. О, записка. Отлично. Ее пока что не видать. Бдю, смотрю, слежу. Так, есть. Блять, это, короче, игры на Unity уже до такого уровня, да, достигли? Да, прикинь, какая, хуже, какая графика. Еще хуже стали, блять. Мир ебанулся. Ага. Ну, сука, ебать, я в эту хуйню... Меня какая-то. Меня вот эти вот в 2010-х годах еще ужастики заебали на Unity, вот это криво сделанные, блять. А тут эта хуйня до сих пор продолжается. Аптечка, аптечка, классно. Аптечка, беру аптечку. А мне похуй, я тут по этим бегу. Не, надо, чтобы... Записка, записка. О, кто этот молодец? А мы сейчас пройдем ее. Ключ, ключ, ключ. Нихуёво. Библиотека. О, библиотека. О, заебись. Я помню, где она. Нет, надо тут еще обыскать. Согласен. А, ну ладно, давай, давай. МФУ стоит. Надо кому-то записка. Что-нибудь. Красава, красава. Я же сказал, мы ее пройдем. Закрыто, да? Серверная. Никого, о, да? Серверная, блядь. Сейчас она на нас там выйдет в коридорчике. Дальше все посмотрели? А я ее зачизю. Хорошо, да. Там, да, там на. Не-не-не, Тоха, Тоха, там на второй этот еще одна комнатка. Че там? Там какая-то дверь, я вижу. Открывается, погнали. Тут какая-то раздевалка еще есть. Да же хуйня. Тут туалет. Тоха, твое здоровье, брат. Взаимно. Так, мы же от библиотеки ключи нашли. Да. Что-то она нихера не открывается у меня, если честно. Потому что ключи у меня. А-а-а. Еще аптечка. У кого нет аптечки? У меня вроде есть. У меня тоже. Есть. Ебать, как сложно. Бля. Напряжение чувствуешь? Прям страшно очень. Ебать, я просто сусь не могу сидеть, блядь. Уже озеро, да, целое? Ага. Пиздец, я ее ищу, я думаю, такое леди. О, записка. А как мы ее пропустили? А где она была? Прям на входе лежала на столе. Ну это, наверное. Я на входе все смотрел, видимо, люто проебал. Я в библиотеке. Красава, я на подходе, да, я за Саней бегу. Саня в другую сторону, не туда пошел. Да? Да, а. Там вот вниз. Денчик, пиздец, ору. Я тебе, сука, Dark Knight подарил, ты мне, сука, ланч леди. Ебать, спасибо, нахуй. В этом амфитеатре да. Тоже вход в библиотеку. Да не смотри назад, я ее сейчас зачизю и идет. Я так просто на всякий случай проверяю, чтобы она за нами не пошла. Ой, ну-ка. давай за мной. О, она за мной бежит, все, ей пизда. Она сейчас на всю жизнь застрянет. Давай. А что, она снизу где-то бежит? Или сверху? Да, она меня ножом уебала. Вот пизда. Бля, тох. Что, за мной? А, она за тобой, Денчик, все-таки. Да? Я ее не вижу. Ебать, какая интересная игра. Просто, блядь, стены ебать сейчас буду, какая она охуенная. Сука. Да беги, она за мной бежит. Да, я убегаю в ужасе, подожди сейчас. Очень страшно. Ой, как страшно. Смотри, компьютеры. Я могу убереть. О, я же чёрный. Видимо... Дайте ей платок кто-нибудь, она высморкаться не может. Я нашёл ключ от серверной. О, от серверной. Всё, идёмте в серверную. Умничка. Так, она нас всё равно не догонит, она сильно ширная. Она за мной, походу, бежит. Не-не-не, она за мной бежит, всё нормально. Я помню, где серверная, кстати. Наверное. Сейчас ещё хапну пиво. Давай. Она за мной бежит, если хорошо. Что. У меня, если что, нету аптечек. Там аптечка была в этом аптечка была, помнишь? Саня, она бежит за мной, будь готов. Да, я ее сейчас зачизю тут, хочешь? Да смотри. Вот я ее уже, видишь, уже туда-сюда ее держу. Даю вам полчаса игры, пацаны. Хотите, 3 часа дам, нахуй. Вообще, нахуй, не страшно. Дура, смотри, мы сверху.
Чё, устала, да? Чё, жирок мешает? Уф, Тоха, красава, делает. Мы ее тут держим, а Тоха делает. Да, да. Красавчик, мужчина. Просто мы ее сейчас закроем и это, и забудем про нее. Ладно, блядь, давай, ты ее держи, я пойду тоже. Блядь. Тоже серверную. Ты ее держи, она вот сейчас. Знаешь, есть такие сны. Вот, кстати, у меня есть даже. За мной не побежала? Определение. У меня. Нет, за мной бегает. У меня есть определение к этой игре. Ага. Знаешь, какое? Какое? Эта игра, сука, как 1 января, блять, утро. Вот она ни о чем вообще, ну, сука, мерзкая, блядь. Вот честно, блядь. Все, Новый год прошел, все, все счастье прошло, и вот эта игра, сука, как 1 января, блядь. Тебе плохо, блядь, ты лежишь нахуй там. Тоха, там, ты в сервер в комнате? В себя. Да, я зашел в сервер, но нашел последнюю записку. А, о, все. Идем на выход. Идем на выход, отлично. Рядом со мной, да? Да-да-да, рядом с тобой как раз где ты ее чизишь там. Все, умничка. А, аккуратно, я сейчас. И аптечку еще подобрал. Да, ты ее, оттащи на в этот в обратную сторону, короче, только не попадись. Я сейчас в этом, я на середине нахожусь, я ее тут чизю. Хорошо, хорошо. А, она меня потеряла, да. Ой, долбоебка, за каким-то другим побежала. Берегитесь. Пока не вижу, но я, она за мной бежит. Тоха, Тоха, валим, быстрее, бежим, 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 бежим. Ой, как страшно. Блять, она меня поймала. Тоха, ты вышел? Нет. А как, где выход? Где здесь выход, ну, считается? Вот здесь выход, по идее. Тоха, Тоха, убегай, убегай, она за тобой, убегай, 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 она за тобой. Я понимаю, что она за мной. А я подошел, ничего не произошло. Я сзади. И боже, я подошел, ничего не произошло. А может быть, нам нужен ключ от выхода? Нет. Да тут не было такого ничего. Да стопудово где-то есть. Может быть, там просто всем собраться возле выхода надо. Может быть. Как в Вархаммере. Саня, Саня, уводи ее, цепляй на себя. Я не думаю, то, что разработчики настолько умные, чтобы прописать логику, чтобы все должны были собраться, блядь, в определенном месте. Настолько эта игра отвратительна. Ну, блядь, ну так если нам нужно искать ключ, то ну это. Ну вот я собрался, смотрите. А, все. Вот, молодец. Ништяк, мы ой, молодцы, бля! Мы прошли. Умнички, 3 достижения, 4 достижения. Я прокачался до 2 уровня. Какое говно, блядь, какое говно. Зато у тебя новый персонаж открылся. Она, ебать, нет, новый, я новый, счастлив, нахуй. Новый персонаж открывается на 5 уровне. А, да, новый открылся на 5, да, классно. Так, я сейчас могу играть за тощую девочку Эмму. Ну все, брат, игра пройдена. Короче, мы прошли игру и идем теперь в Вархаммер. Не-не-не-не-не-не-не, следующая карта, погнали. Блять, ебал. Ты пиздец извращенец, заебал. Нахуй ты, блять. А? Другая карта, между прочим. Ох, я из-за тебя сейчас целую, точнее половину рюмки залпом въебал. Это мы еще, это забыться мы, нахуй. Это мы на нормале играем. Ой, блять, испугал. Давай, давай. На самый хардкор, надеюсь, поставил. Нет, так же на нормале. Что, на хардкор хочешь поставить? Могу на хардкор. Да конечно, давай, бля, я ее похуй там даже зачистил. А я уже нашел записку одну, так что. Бля. И у меня ачивка выпала даже за это, за 5 записок. Ой. Прошу прощения. Ничего, все в порядке. Вторая записка. Здорово. Аптечку нашел. У меня есть аптечка, держу в курсе. Я 2 записки нашел. Я так. Саня, а ты где, собственно, непосредственно? Я смотрю на этот ужасающий этот левел дизайн. Я просто смотрю на эту хуйню и думаю, я бы в детсадике лучше нахуй нарисовал карту. Блять, ну ей-богу, нахуй. Это просто. Да, пиздец. Я был в 10 классе, я хотел сделать игру. Да, вот я думал, если бы я сделал игру в 10 классе, примерно так она бы и выглядела. Да нет, то, что. Да, ты. Это бы было, блять, в 2005 году. Ну, к сожалению, ебаного этого девкита, блять, на Unity еще не существовало. Да нет, у тебя прикольно, я же видел там один или сколько ты там 2 уровня нарисовал, показывал там, ну очень неплохо. Ну у тебя такой шутанчик был. Ну да, типа контры. Я помню, блядь, это. Тоже, блядь, пытался, короче, на Unreal хуярить. Ну, блядь. Карту-то я и сделал. А вот текстуры, логику. У меня был 2D-шутер на скире. Так, я походу. Мы уже по кругу уходим. Нужно срочно найти ключи. А, я нашел ключ!
Я все сделал. О, заебись. Вот, ага. Ну и чё? Чё? Где она, блядь? Аптечка сюда, в туалете аптечка, срочно берите, у кого нет аптечки. Да она мне нахуй не нужна. Блядь. В углу, вот она, вот она. Не-не-не, надо, она же, видишь, она все равно однажды кого-нибудь, да она ударит, ну и проще, чтобы ты сразу сам себя поднял. То ножиком кинет, то сковородкой ударит. Так, о, Саня тоже аптечку нашел, это прекрасно. Мне похуй. Я в танке, да? Я все равно не поймаю, да. Ну, здесь, я, короче, убью. Минус этой карты в том, что она довольно узкая. Красава, мужчина, так и надо. Уф, нихуя. Вообще делает вещи, ты посмотри, а что твори. Хули, блядь. Говно ебаное. Просто, ну как, мы же здесь... Я же поставил нам план, всем нам. Мы должны пройти ее. Блядь, мы... платину заработать. Какая интересная, страшная игра. Да, 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 да. Ключ нужен... Конечно. У меня есть. У меня единственная, Денчик, у меня единственная игра на платину закончена, это, сука, Bloodborne, блядь, на PS4. Все, больше ни одной игры не будет, блядь. Играть вообще. Bloodborne? Да. Бля, бро, хорош. Ну, не мусор говори, же. Не говори так, ебать, не надо, не надо. Это одна. Блядь... Это куда мне, блядь, идти, игра? Чувак, ну это лучшая игра из соус-лайков. Это самый лучший соус-лайк. Да вообще, нихуя, блядь. Dark Souls 3 лучший соус-лайк. Блять! Elden Ring тогда лучше соус-лайк. Не, Elden Ring хуйня. Мы подраться можем. Она идет, она идет, пацаны. Я не буду у тебя ГМом. Она идет, она в том коридорчике, в той комнате, ну, в той части, откуда мы пришли. Бля, Тох, тебе реально не понравился Bloodborne? Не понравился вообще. Бля. Я прям не понял его. Не знаю, я вообще в восторге был. Мне атмосфера вот эта готическая страшного сна понравилась. Ух, блядь. Так, ребят, там кто-нибудь кайф. Ключик находит? Видит где-нибудь хоть один? Слушай, я вот хожу, а этой ебаки вообще не появляется. А она ну, там типа... где-то в отдалении трется. Сама по себе. Ну, у нас тут как минимум еще два пути есть, куда идти. Не, ну слушай, я два блокнота нашел. А вот, слышно. Я ее нашел. И чё? Давай, нет, беги за мной, блядь. Нет, она за мной побежала. А да, я ее бежал. Она бросила в меня ножом. Попала. Саня, убегай. Нет. Я ее на себя агрю. Она... проебала. Как ты её? Она просто там осталась. О, я нашел ключ. Уф. Блядь, быстрее. От жима. Вот, жим, здесь жим, боссов. Жим. Боссов, тут, открывай. Вторую тоже, ебать. Давайте, я буду боссом качалки, пацаны, вы попали. Давай. Hey, buddy, you got the wrong door. The leather clap's two blocks down. Блядь, она где-то... где-то рядышком. Fuck you! Hey, fuck you, little man. Fuck you, Spielberg. Не, брат, сейчас. Fuck you, Leatherman. Где ты? О, смотрите, давайте футбол, пацаны, по-быстрому раскидаем. О, турники. Блять, она тут в раздевалке нахуй. Погоди, я тут это качаюсь. Видишь, я тут на брусьях, блядь. Аптечка есть, нужна аптечка. Не-не-не, все да, в порядке. Я ее, если что, немножечко от нас увожу. Она бросает мне ножом. Я ловко уворачиваюсь за стойкой и убегаю обратно. Тоха. Теннис. Тоха, да, давай. Не, давай лучше смотри, сколько приседаний сделаем. Хотите? Да. Блядь, а я сломал игру опять. Так. Я в текстуру зашел, у меня приседание стало недоступно. Пацаны, вы что-нибудь, давайте ищите, я тут ее чизю. Да еще одно. Да мы ищем. А я тут просто угораю. Блять, этот нож, это просто великолепно было, просто немыслимо. Такого потрясающего броска я еще никогда в жизни не видел, пацаны. Это легендарное дерьмо. Легенд, подожди, что? Дарна, воистину. Yeah.
Так, она на кого-то перетриггерилась, судя по всему, она ушла. На меня, я ее перетриггерил. Все, забрал ее в свою сторону. Я зашел помыться в душ, но тут ничего нет. Тянь-то в смысле? Как так, что в джиме ничего нету? Потому что, брат, Leather Club 2 blocks down. Что за угнетение английским? Ой, наконец-то, блядь. Ой, блядь, как больно. Ой, как больно, блядь. Мне даже достижение за это дали. За что? За то, что меня поебалу дали. А чё, а где она? Я вижу, что ты ползёшь, но куда она ушла? Как она за мной побежала? А, интер. А, нет, не интер. Просто на мышку кликни. Ой, блядь, настолько просто. Блядь. Так, ну она в сторону... Да, она за мной идёт. Да, я вижу, но я вот как раз хотел сказать, что она в твою сторону идёт. Дабы от неё съебаться. А надо было тебе прямо по коридору бежать. Ну, Тох. У меня солидарный с тобой будет, короче, отзыв. Это просто, блядь, это надругательство над человеческой расой, нахуй. Да-да-да. Это, блядь, это... отвратительная, просто высер спидозной, блядь, собаки, нахуй. Ну, прям так, ты, конечно. А чего я ключ тогда нашел? Нет лестницы. Там, блядь, походу... Даже... Короче, Денчик, я сейчас от нее свалю. А, все, нашел, от чего я ключ нашел. И пойду себе бутер сделаю. Че, на хавчик пробило? Да, кишкануться охота. Сейчас вот убегу. Да, давай уже, да, давайте уже дособираем, блядь. Блядь, я в западне, нахуй. Ну, привет, здорово, нахуй. Нашел залупу, откуда она вылезла. О, все. Она меня вырубила. Ладно, чё ты, а чего ты там нашел ключ? Минуточку. Да? Ну, блядь, от столовой. Так, ну у нас 6 записок, так что, в принципе... В принципе, мы близки к победе. Я просто забежал в тупичочек. И такой, блин. О боже мой. Кошмар. Она о меня... боже, какой мужчина. Я хочу от тебя жира, да. И я... Так, она вообще в противоположной стороне. Так, это пенисная ракетка и пенисный стол. Ну, в принципе, здесь я все посмотрел. Так, а в какой стороне? Куда ты вообще ключ, говоришь, на лестницу? Где это куда? Нет, в столовую. В столовую ты прошел уже, в столовую? Да. А где у нас столовая? В противоположном конце отжима. Хорошо, я тогда иду туда. Саню настигла она. Да, и теперь она, блядь, она теперь меня видит, да ёбаный шашлык. Чё, тут больше ничего нет, хочешь сказать? Как так? Ключ, как минимум должен быть ключ. Ключ, повернули. Короче, ты пока её ищи, я её оттащил в спортзал. Ну она, блядь, как игра просто вообще пиздец. Да зачем мы в нее тогда играем? По приколу же, достижение вижу. Нашел. Красавчик, а чего нашел? А, вижу от офиса. От директора. Сейчас пойдем вскроем директора. А давай, он? давай. Я ее в спортзале держу, так что делай. Хотя, если честно, я тоже хочу делать, а не бегать от нее по залу. Ну, в принципе, это, мне кажется, единственный логичный, блядь. О, меня кто-то под хуй толкнул. Нет, она сама к тебе пришла. Ну, а. Да. Сейчас отъедешь. Да. Кабинет директора вообще. А ты войди с черного входа, словно директор. Бля, подбор аптечки чуть не стал мне жизни. Саня, помоги Тохе. Да, блядь. Я до сих пор в этой игре? Да, абсолютно.
Но... Я чувствую себя грязным. После этой игры мне хочется в душ, блядь. 100% я тоже так сделаю. Ну, короче, я устал от нее убегать. Не беги, не беги, не беги, Тоха. Убегайте, убегайте. Она там за мной бежит. Нахуй. Я думаю, нам надо открыть... Ой, найти ключ от лестницы. Блядь, она за нами все это время бежит. Ну, ебаный рот. Бесит. Так, сейчас я ее отвлекаю. Ищите тогда ключ. Нет, не бросайся в меня ножами. Иди нахуй. Ну окей, я же сам вас позвал, вот я теперь ее оттягиваю на себя опять. Стой, сюда иди, куда пошла и ты, блядь. О, нашел. Пушечка, ты ключик нашел? Потрясающе. Да. Умничка, эркекчек. Как раз там аптечки будут, надо будет... Блять, она в нашу сторону, кстати, идет, держу в курсе. Ну, а куда я еще иду? Ну да, действительно. Надо было вторую створку тоже открыть, ну ладно, похуй. Да она вокруг меня ходит. Не-не-не, она уже ушла из коридора, я видел. Она что, лежащих не трогает? Да, видимо, не трогает. Ой, бля, заебись. Типа перерыв. Ну ты как раз бутер хотел сделать, скушать. Что да, там все посмотрел? Да. А где ты нашел в итоге? Где она пряталась? Ключик? Да. В кабинете в каком-то. Хотя я подозреваю... О, еще одна. Аптечку нашел. Водка. Музыкальный класс. Да, я оббегаю. Саня, как тебе геймплей? Как отдыхается? Тут еще есть... А, какой... Тут кабинет какой-то. С. Открой здесь, пожалуйста. Далеко. Да, и там снизу надо будет, скорее всего, тоже. Еще аптечка, цепляй аптечку. И вот дверку открывай еще одну. Надо, раз мы спустились вниз. Так, где у нас какой-то... Я пойду наверх. Давай, я пошел поднимать Саню. Ой, да, Саню все верно сказал, я думал этот. Ты все еще в этом, в спортзале? Да, вижу. Блять, сейчас, погоди. Блять, ножом бросается, сука. Я увернулся. Блять, я не успею тебя, походу, поднять сейчас. Красава, Тоха, умничка. Ой, вообще умничка, вообще эркек. Одну, да, осталось? Заебись, прекрасненько. Короче, нужно будет, знаешь, как сделать? Нужно будет тебе, как найдешь еще одну, сюда подтянуться. Надо будет тебе ее оттащить подальше, чтобы я поднял Саню, и мы съебали отсюда. Пока да. Ищи. Саня, ползи в этот самый, на выход. На выход ползи, кстати, да. Я просто, если сейчас остановлюсь, начну тебя поднимать, она нас обоих, это самое. Или ты бутерброд делать пошел? Он курить, походу, ушел. Надо найти кабинет директора. Там, скорее всего, будет последняя записка. А ключ ты нашел от кабинета директора? Конечно. Умничка, так и надо. А это... может я и кабинет директора уже нашел, только не заметил. Может быть. Так, ты сейчас где, Тоха? На втором этаже? Да. Хорошо, я погнал, я по первому этажу. В музыкальном классе. Отлично, я там тоже бегал, движение создал. Так, она немножечко притормаживает. Теперь вот в классе, где стульчики стоят на партах. Видимо, какая-то лабораторная. Судя по звукам, что... Да, блять, она меня нашла, нахуй. Ну, ёптыть. Ну, точнее, как нашла, я от нее за колонной хотел притаиться, блять, и чё-то она из-за колонны все равно меня дернула. Так, а где она вообще в итоге? Потому что игра ебаная, говно. Саня, ползи на выход, потому что одна аптечка, а одна это осталась. Я ползу. Все, давай, ты что делал, уходил покурить? Нет.
Тоха, она может быть где угодно, готовься. Она где-то рядом со мной. Я слышу ее отвратительный визг. Да. Блядь, жалко, Survivors так и не вышел. Что за Survivors? Ну, который мы когда-то играли про оборотня. Да, его в Steam, к сожалению, нету, это очень грустно. Так, ну, видимо, вот эта хуйня, это и есть кабинет директор, где я две записки нашел. Не знаю, мне очень понравился этот Slender на Unreal, который был сделан. Там сегодня мы смотрели его, там у него обновление готовится. Да, на 5-м Unreal. Отлично. Отлично, еще раз перепройду. Потому что ну там реально жутко было. Ай, твою мать. Я думал, она ножом целится, она, оказывается, бежала за мной все это время. Ну тогда поднимайся, она тут пока. Да иди нахуй. Слушайте, да она, блядь, как сковородка это бьет. Как будто лучше. А да, блядь! Как так? Как она меня поймать-то умудрилась? Все нахуй, я без аптечек. И Тоха без аптечек. Нет, Тоха просто ползет. Я с аптечкой. Хорошо. Она просто съебалась. Да, абсолютно. Мы все лежим, она просто съебалась. Меня нахуй найдет. Блять, ну это вообще тупняк. Блять, одна записка осталась. Где она может быть? А еще тупо, что когда ты лежа, ты не можешь никаких этих подбирать. Да. Никаких тебе это самое записочек. Я тебе говорю, школьная самодеятельность, тебе... не игра. Никаких тебе аптечек. Ох. Блин, ну я это... вот честно сказать, я бы сейчас, короче, каточку в баху с удовольствием. Да мы же нормально поиграли, нас там тоже убили. Какая разница, где нас убивают? Блять, там хотя бы быстро убивают, сука. Согласен, да. Тут даже, блять, убивают нахуй 2 часа, о чем ты? Да. Короче, рублю фонарик, может это овца меня найдет. Да ей, нет, похеру ей. Че, все ползают или только Тоха бегает? Я ползаю. Все ползаем. Аптечки еще. Должны же быть еще аптечки. Блять, где одна записка? У меня есть аптечка, поэтому нету гейм-овера. Я понимаю это, да. И она лежачих не бьет, так что... Вот вам и чизинг. Точно. Я ищу закрытую дверь. Должна же быть закрытая дверь. Должна быть закрытая дверь. Ты говорил, что у тебя вроде как ключ даже есть. Угу. О, я аптечку нашел. Ой, где? Вас... Где это? Где я ползу? Где что это? Что у вас в Вархаммере, короче? Ну что, ты на выходе уже тусуешься? Да блять. Нет, я под столом где-то. Короче, в столовке на входе есть аптечка, ее прям со входа видно. Входе в столовке. Да мне нормально, я тут валяюсь. Чилю. Столовка у нас на первом этаже или на втором? На первом. Интересно, а если она сейчас меня найдет, она будет что-то предпринимать, чтобы меня убить? Нет. Пям-пям-пям-пям-пям-пям. Блин, я мог бы встать, но мне не охота. Это все хуйня. Тише, блядь, джуниор, блядь. Короче, я Вархаммер. Настолько. Жду вас. Она около меня, около медотсека трется. Это пиздец, это не игра, нахуй. У меня уже у Baldur's Gate 31% скачался. Неплохо, неплохо. Нравится. Короче, давайте. Что, на завтра больничный берешь? Завтра. Не, брат, я, короче, вот, кстати, без шуток, Тох, сегодня, короче, распечатал официальное заявление от Лариана, заполнил его, понял? Приношу ПМу своему, он такой, блядь, Сань,
Охуенно, я все Тоха, понимаю. Она в твою сторону идет, она идет в эту сторону, где я ползу. У нас, короче, релиз был, надо посидеть. Такой, блядь, ну ладно. Я правильно иду? Там же столовка, вроде, не ошибаюсь. Да, правильно, сейчас вон повернешь, и там будет видно ее. Короче, я курить пока. Нет, до меня еще, до меня. Да я знаю, я просто проверяю ее, где она там, что она там. А вижу. Так, а может быть какая-то дверь на втором этаже? Или ты там тоже, да, каждую стену уже? Да, я вроде все проверил, там не знаю. Должна быть, значит, где-то еще притаилась одна секретная, тайная. Как интересно. А, наверное, я пробегал мимо, но у меня была, поэтому я... А, блядь, я ее еще подобрать не могу. Сука, точно, я же лежачий, да блядь. Да ладно. Да. Пиздец, тупняк. Так, ну я надеюсь, мы еще найдем. Одна записка, где же ты? Ачивка. Поднять народ? Угу. Неплохо, неплохо. Так, ну там я смотрел, я это отчетливо помню. Ой, блядь, прибежала она нахуй. Блядь. Да твою мать, ну почему? Ах, ты ж тупая сука. Это лечь умереть, чтобы это все поскорее закончилось. Ну нам одна же осталась, всего одну надо было найти. Мы бы две катки бы пришли, это печальный конец. Я заебался уже. Ну согласен, да, это полнейшее полное дерьмо, я... Все. Я думаю, достаточно все. Мне кажется, все. Мы получили все возможное удовольствие от этой игры, которое можно было получить. Главное, мы один раз прошли. Да? Уже можно удалять. Че, не будем другие карты пробовать на хардкоре? О, Baldur's Gate 26%. Другие карты не будем пробовать. Ну, Саня же спился. А чё мы без Сани, что ли, будем? Согласен, играть? Я полностью с тобой согласен, да. Ну, короче, да, видимо, надо будет ее удалять, потому что, ну, смысла никакого нету. Только если кого-то четвертым сюда потягивают, но я не хочу заставлять кого-то еще в это страдать. Мне кажется, игра окупилась. Главное, что мы открыли нового персонажа и прошли один раз игру. А если вы по какой-то неведомой причине досмотрели до этого места, то подписывайтесь, ставьте лайки, потому что это прекрасно. Вот. Спасибо, Тоха, что держался до последнего со мной. О, у меня 16 достижений из 87. Неплохо, неплохо. У меня, наверное, тоже плюс-минус где-то так же. Поэтому увидимся, когда увидимся на Snoring Cat Play. Очень выматывающая игра, на самом деле, абсолютно. Ну, то есть... Я чувствую себя опустошенным, вот реально. Ты сделал несколько ошибок с слове «боссами». Что сделал? Каких ошибок? Несколько ошибок в слове «боссами». Точно, точно. Но те, я думаю, будут поинтереснее. У нас еще есть варианты, во что поиграть. Две — это уже много серии. Это было потрясающе. Все, ушел.